Проснулся? Проснулся? Сейчас будем смотреть на цветочки и на Лёлика. Доброе утро, мой маленький. Доброе утро, мой сладенький. А что у тебя там во рту за перо торчит? Вот так вот, почесаться. Идешь на ручки? Пойдешь? Ну, иди сюда. Ну, что ты там далеко так сидишь? Иди поближе. Иди, моя сладкая птица. Иди, моя сладенькая птица. Иди, моя. Куда ты? Нет? Не пойдешь? Тебе там нравится? Иди, моя сладенькая. Иди, моя птица. Тебе нравится твоя клетка? Тебя прям не вытащишь, да? Тебе прям нравится это. Твоя, твоя. Никто у тебя ее не забирает. Ты моя сладкая птичка. А поцеловаться? Иди. Иди поцелуй, иди. Ты моя птица. Ты моя птица. Ты мой... Нет? Да ну не выношу я тебя. А в большую не хочешь? У тебя там вольер еще есть. Смотрите, какой он. Какой он. Прям надо лететь. Ну пускай. Раз нравится ему там, пускай. Пойду малых кормить. Что-то в глаз попало. Утро у нас еще 7 нет. Сейчас покажу. Вот так выглядит балкон в мое отсутствие. Огромнейший кактус вылез. И пальма у меня, он большая уже. Вчера я уже смотрела, любовалась, какие они огромные. Старый корм выкинуть. Я там горшки заказала маленькие, вроде уже приехали давно. Значит, я смотрю, тут песок есть, нету, рассадить вот этих малявок. Ну, прям сильно они разрослись. Ну, и даже ты живой. Вот эти штуки прикольные. Ой, без корня вытернула. Еще раз вырастет. Ну, вырастет. Видимо, когда узнали, что мы едем, их всех очень хорошо полили. Ой. Поэтому сегодня можно вообще не заморачиваться. И ничего не поливать, все полито. Самое удобное, это когда ты поднимаешь горшок и понимаешь, если он как бы тяжеленький, значит, его недавно полили. А это я вчера поливала, потому что они у меня стоят наверху, и ставку я не даю их поливать. Их очень сложно. Вернее, их очень просто перелить. Какие-то листья. Цветочки. Ну, вот как-то так. Как-то так. Еще один большой. Большущий. Ладно, пойдем к малышам, птичкам. Лёль, не пойдешь со мной, точно? А? Ну и ладно. Что? Драгонфрутик принести тебе? Сейчас принесу. А птичек покажу, да. Сейчас я им корм размочу. И буду кормить. Вот они все три. Да, малышня? Летать хотите? Давайте выпущу вас. Дети построились к кормлению, приготовились. Да? Ну-ка, ротики. Ротики, ротики. Подготовка к кормлению. Все готовы? Сейчас корм размокнет. Все голодные? Ну-ка, покажем, как голодные. Расскажем. Вот так вот, а вот так все голодные. У кого шире? У кого шире? Голодные, голодные. Голодные, ой, ты маленький. Сейчас покормлю, сейчас размокнет корм. И будете есть. Ой, у тебя там что, зубы есть, что ли?
за глотун. Кто сам умеет? Вот так, вот так. Давайте учитесь уже есть. А ты сам умеешь? Давай, бери. Бери. Давай. Не будь лентяем. А ты? Вот ты умеешь. Вот так вот. Сам. Сам. Вот самостоятельным быть полезно. Уже два. А если был бы лимит? Понимаешь? Ой, молодец. Ой, молодец. А ты? Давай, надо не шире открывать, а надо наоборот. Да? 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 Сейчас еще чуть-чуть размокнет, и да, у меня просто корм мокнет, набухнет, и тогда. Но кому-то очень хочется кушать. Да? Да? Кушать хочется? Иди на ручки, иди. Иди, тебе ни одного не досталось. Иди, себя первым покормлю. Покажи оранжевую жопку. Кушать будем? Кушать будем? Небольшеват. Небольшеват тебе палец. А малыш, сейчас покормлю. Кушать будем, буду вам показывать. А ротик открываем. Вот так. Это вторая была. Третья. Четвертая. Пятая. Шестая. Седьмая. Давай сам. Нет, все. Наелся. Шесть штучек. Наелся. Ну, иди по себе. Следующий. У этих уже было, по-моему, по две. Три. А, ты сам ешь, да. Три. Четыре. Пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Тебе, может, хватит? А? Давай на десяточке ограничимся, давай. Наелся тут, на. Пойдем, покормим. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Все, тоже наелся? Давай еще одну.
Тебе еще дать? Тебе дать? Ты, который 10 съел, может, тебе хватит? На? На? Все? Утихомирились? Все? Все, теперь можно спать? А что у тебя крылышки опущены? Летать будешь? Или жопкой твоей толстой сейчас не полетаешь? М? Малышня, иди ко мне на ручки. Иди ко мне на ручки, иди. Иди, малышня. Иди, малышня. Ай, ты моя малышня. Домой пойдем? В домик пойдем? В домик пойдем? Пойдем, в домик пойдем. Что такое? Вот так вот. Друг к другу. Друг к другу. Ну пойдем. Покажу вам всех. Жопки покажу. Да? Где мои маленькие? У меня так рука не выворачивается. Все? Шпать? Шпать. Вот так вот и можно шпать. Все три птички у меня на ладошке помещаются. Еще б, наверное, две поместилось. Да, малышня? Да, моя малышня. Что это ноготь твой? Хочет укусить. Да? Кто считает мой нос едой? Будешь еще? Тебе дать еды еще? Или ты так здороваешься? Малышня. Моя ручная малышня. Вот так вот. Вот так. Все птички на ручках. Малышня на ручках. Да, малышня? Да, малышня. Все, пойдем. Пойдем домой. Ну, пой. Пой. Нет? Давайте. Идите вы. Иди. Иди. Ать. Иди, иди. Ать. Ай, так много нет. Меня птица звала, орала. Орала, прям орала. А кто утром сам же не захотел со мной? Сам же не захотел со мной. А сейчас уже хочешь? Ты моя птица, кто такой крикун? Соскучился, что ли? Соскучился. Ну расскажи, как соскучился. Говорю. Вот так он соскучился. Полетел дальше. А я сижу, вам сериальчик собираю. Тут совсем времени мало на все это. Хотели сегодня, я вчера Лай говорю, ты вот болеешь вся, отвезу тебя в клинику, говорю, пусть тебе анализы там, чекап весь сделают, посмотрят. Проснулась сегодня, говорит, я здоровая. Вот, ну там губа немножко, голова прошла. Говорит, может сегодня же четверг, завтра пятница, на границе будет много людей с Таиландом. Поэтому, она говорит, может сегодня съездим в Таиланд. Такие вот, я сейчас видюхи пособираю, покушаем и такие. А может, в Таиланд сгоняем? А может, и сгоняем. Да, моя птичонька? Думаю, сладенькая. Вот такие планы, а я вам еще и пока серию еще одну успею собрать, наверное. Где нос? Будешь? Молочко. Кому еще? Ладно, забирай.
Кому еще? Ну неси туда. Что, боишься, отожмут? А, у меня еще есть. Ой, потеряхи. Иди туда жуй. Еще мышек кому дать? Ну, короче, вот так вам мышей еще немножко. А у нас завтрак. Вот тут вот детвора. Ай, детвора моя красивая. Лай опять супчик. А у меня вкусный кофе. Булочки только из печки. Икру принесли. Я его хоть и не делала. Ой, какая лай, у тебя грязная камера. Это уже лайт-телефон. На моем он там собирается, вернее, склеивается видео, чтобы выложить для вас. Так вот. Кофе реально очень сильно отличается от того, что я готовлю. Он тоже вкусный, но он другой. Классно. Я люблю разнообразие. А? Кто тебе еще? Говорю, кто тебя научил? Не, мамел мне тащили. Ты, говорит, коты потрогали, поэтому грязные камеры. Потом мой телефон брукла. Окей, куплю тебе новый. Рыди, уже хочешь? Если хочешь, сегодня купим. Говорит, нет, нету ничего, чего бы мне хотелось купить. Кроме кошачьих всяких штук. Поэтому, скорее всего, сейчас кушаем, да, и поедем в Тай. Поедем, да? Поедем. Поедем. Да, мы решили, что прямо сейчас кушаем и едем. Все. Кто-то, видимо, хочет, чтобы я икрой с ним поделилась. Да, Люцик? Приведите бутеры с икрой замечательные. Особенно в моем стиле большие. Тебе вкусно? Давай. Нормально. Я тут, кстати, вспомнила, решила поделиться. Я раньше всегда оставляла вкусненькое на потом. Ну, ты как бы кушаешь. И какой-нибудь себе вкусный кусочек оставляешь, чтобы потом вот на вкусненько заесть. В принципе, я так тоже часто сейчас делаю. Но не всегда. То есть там печеночки кусочек себе оставить, чтобы доесть. Ну, когда покушал уже с родителями там, заесть и пойти. Вот такое я могу. А так, чтобы откладывать, как говорится, съесть килограмм гнилых персиков. Типа вот подпортился, надо съесть, подпортился, надо съесть. Они самые хорошие, не самые вкусные. Такое у меня раньше было, а сейчас его прошло. Я, ну, либо там отдать самое вкусненькое. Было очень смешно, мы как-то сидели с друзьями, подругами, кушали. Там есть одна тетка у нас. Она не всегда себе там что-нибудь покупает. Ну, такая всегда где-нибудь у кого-нибудь что-нибудь стащит. И другая сидела, кушала.
И отложила себе самые вкусные кусочки на потом, а та у нее такая хлобысь. Говорит, это не ешь, наверное, тебе невкусно, а я люблю и съела. И тетка расстроилась. Но я сейчас не к этому. Я сейчас к тому, что... А, еще к чему. Я вспомнила, вот видите, булочки, они двух частей. Одна нижняя, одна верхняя. Я всегда вспоминаю... И хочется как бы вкусненькое же, ты когда там близкому человеку, ты самое вроде как вкусное отдаешь, не, особо не разговариваешь. Вспоминаю историю, когда дед с бабкой, бабка деду там всегда делала бутерброд там на корочке, потому что считала ее самой вкусной, самой классной, самой там прям замечательной, а себе делала на другой стороне там хлеба, на мякушке. Вот, а когда уже подошел срок их жизни к концу, и они такие, бабка такая, блин, хоть раз съем вкусный бутерброд без корки, ну или там что-то другое было, неважно. И сделала себе, как любит, а деду сделала, собственно, как не любит. А дед такой разворачивается и говорит, блин, хоть раз в жизни я съем то, что я люблю, корочку, всю жизнь я вот ты себе забирала. Вот я к этому. Люди, надо разговаривать, потому что все люди разные, и у каждого может быть разное по вкусу. А сейчас я что начала говорить? Я раньше ела тоже там всегда, я люблю больше вот на это, где кунжутики. Оставляла себе на потом, а сейчас нет. Сейчас я знаю, что могу быстро наесться и ем самое вкусненькое сначала, а остальное могу оставить. Я, кстати, раньше не могла оставлять еду, как бы казалось, что надо доедать. Ну как это там... плакать еда на тарелочке будет или еще что-нибудь. Меня Лайна учила. То есть, во-первых, они тут едят все, ну, не свою, а как бы вообще. Ну, не сейчас, а вообще. А во-вторых, она говорит, если ты что-то оставишь, ты не переживай, там есть кому вкусненько это съесть. Они только порадуются твоей там половине котлет по-киевски или хачапурика или еще что-нибудь. Поэтому я сейчас не боюсь оставлять еду. И если наелась, то просто не ем больше. А если хочу есть, то просто ем. А если мне что-то вкусненько, то ем именно вкусненько. Вот как-то так и живем. Вот, а вы кормите самым вкусным близким, близких, или сами едите? Самое вкусное на потом оставляете или самым первым съедаете? Расскажите, интересно. Мы все люди такие разные. Алай наелась. Ну-ка покажи, как ты благодаришь. Anytime лаосцы, я показывала, уже делают это. Спасибо за еду. Да? Не проснулась еще. Сейчас пойдем мыться и собираться. Лай говорит, вчера, во-первых, дети приходили быстренько под одеялко, потому что была гроза, а во-вторых, говорит, у тебя глаза, говорит, с ним похожи. Ну-ка, давайте смотреть. Похожи у нас глаза? Тим. Липтон, давай Бакайту. Липтон тоже, уже смотрели Липтон. Липтон, ты был верми камера, миссим, дармо. Массаж по папа. Лена и Мэйкун. Да, шлётенький. Да, мой шлётенький. Да, мой шлётенький. И еще один. Надо. Ну что, мы покушали, Ади, в этот, как в душик. Жарко очень. Говорю, ай, в ухо залез. Включи кондиционер. Говорит, если включу кондиционер, мы никуда не поедем тогда. Поэтому надо быренько идти мыться и собираться и ехать. Иначе мы ленивые жопы зависнем опять куда-нибудь. Ну что, красивая, поехали кататься. От пристани отчалит теплоход. А солны.
Она говорит, а как насчет двоих? Что-то я протупила, у меня тут двери везде открыты. Я оставила Лёленька. Моя птица любимая. Моя сладенькая, моя красивая птица. Куда пойдем? Куда пойдем? Ты хочешь в апартаменты или хочешь в вольер? Расскажи мне, куда ты хочешь? Куда тебя оставить? Где тебя оставить? Где ты будешь сидеть? Где ты сегодня? Мы сейчас в Таиланд поедем, а ты? А там вон дети маленькие. Хочешь вольер? Пойдешь в вольер? Тебе нравится здесь, нет? Хорошо там? Водички тебе сюда положить, принести, да? А купаться будешь? Что такое? Давай еды насыплю, давай? Давай, куда тебе еды насыпать? И воды налить, и еды насыпать. Сейчас все будет, сейчас все будет. И тебе эту ванну даже, джакузи тебе организуем. Давай? Будешь? И что-нибудь принесу покушать, да, птица моя? Дыньку тебе? Дыньку, драгонфрутик пойдет? Или яблочко еще? Птица моя. Сейчас организуем. А вы что, голодные маленькие звездюлинки? Они за эти дни настолько сильно отъелись, что перестали нормально летать. Колобки такие, не получается у них, надо их на диету, видимо, сажать. Дождик накрапывает. Вот так вот у нас. Что? Водичка. Купаться пойдешь? Все? Разок. Все? Малышам такую штуку оставлю, пусть уже учатся кушать сами, пока мы в Таиланде будем. Мы собрались и выползли. А Костик, я что-то подзабыла, но сейчас вспомнила. У него сегодня 26 человек, которые приходят в Визараница, и Костик вот всячески уже готовится.